Добро пожаловать обратно в МК Мобайл, бойцы, с вами Апо, и сегодня в этом ролике у нас опять же открытие набора «Войны родителей». Только в этот раз есть небольшая разница. В прошлый раз набор был 20 штук, то есть можно было открыть 20 наборов, а в этот раз разработчики нас порадовали с 50 наборов сразу и на 14 дней буквально. В общем, как видите, тут у нас алмазная Sony Blade, классический фильм, 2,5. Алмазная Джонни Кейдж, классический фильм, 2,5. Если, в общем, посчитать проценты на алмазку, то получится 22,5 на алмазку процентов. Только вот есть проблема. У меня в этом аккаунте нету столько душ, чтобы открыть сразу 50. И это означает то, что мне придется купить души внутри игры, чтобы открыть. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apo.mk Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. В связи с последними новостями разработчики нам сначала обещали, что добавит Sony Blade классический фильм на магазин крипты 26 числа, но в итоге потом через почту сообщили, что у них там техпроблемы, они не могут этого сделать пока что. И сказали, что классический фильм Sony Blade будет заменять классический фильм Джонни Кейдж. И в качестве компенсации они нам дали 450 душ. И заранее сообщили, что в магазин они добавят очень скоро набор «Войны родителей». В прошлый раз, когда добавили этот же набор, кто смотрел или же не смотрел, я открывал 20 наборов и в итоге вообще никак не мог достать Sony Blade классический фильм, за счет чего пришлось купить, то есть задонатить на донатный набор, оттуда ее достать. Но в этот раз я думаю и надеюсь, что все будет иначе. Прямо сейчас за успех поддержите ролик лайком. А я открою ежедневный подарочный набор. Открываем. И тут... Так, о, не, хорошо. Открываем бронзовый набор. Хорошо. Так. Давайте по 5 будем открывать. По 5. Итак, открываем первый набор. Тяжелое вооружение Джакс Брикс. И очень странно, что в этот набор они добавили... О! Ребят... Ой-ой-ой, если честно, я в шоке сейчас, серьезно. Для меня как-то вообще непривычно ее так быстро достать, но большое спасибо разработчикам со второго набора, ребят. Это очень хорошо, это очень отлично. Я потерял свои слова от шока, если честно. Уничтожение Sony Blade. Ясно. И четвертый набор. Дублер Джонни Кейдж. Интересно, есть ли ребята, которые открыли сразу все 50 наборов? Если да, то дайте знать в комментариях, до какого слияния вам удалось вкачать Sony Blade классический фильм. Поехали. Открываем еще 5.
Кстати, бойцы, я хотел узнать ваше мнение насчет стримов, как часто их запускать, и если сегодня буду запускать стрим, проходить воинов фракции, испытания и режим крипт, то есть вместе будем собирать сердечки. Как на это смотрите и что скажете? Напишите ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно узнать. Так, пока что одна алмазка. В общем, напишите свои мнения в комментариях. Для меня будет очень важно и интересно узнать ваше мнение насчет стримов. Так, еще из 5 наборов получаем данной группы Juni Kitsch на слияние. Теперь у нас душ очень мало. Значит, давайте откроем еще 4 и пойдем покупать души, то есть внутри игры. Поехали, первый набор. Вау, Синдел. И, кстати, в прошлый раз, когда я открывал и донатил на этот набор, многие в комментариях начали меня хейтить, якобы, что я зажрался или еще что-то. Вау, вторая алмазка. Ну, что другие алмазки тоже алмазки, не только Sony Blade, и что я должен радоваться, что я достаю Sony Blade, то есть других алмазок, хотя и не Sony Blade, ребят. В общем, многие не поняли правильно. Я не сказал, что я не рад и что другие алмазки не алмазки и так далее. Я вообще такого не говорил. Я рад каждой алмазке. То есть, ребят, я такого не говорил, что я не рад алмазкам, что типа кроме Sony Blade другие алмазки для меня не алмазки и так далее. Я рад каждой алмазке, конечно же, каждая алмазка меня радует. Но у меня был тогда конкретный цель, то есть достать Sony Blade классический фильм. И ради этого я даже покупал выше 15 наборов донатных, чтобы ее достать. Когда ты тратишь настоящие деньги, чтобы достать конкретного персонажа, то, ну, не знаю, это, по-моему, поймет только тот человек, который хотя бы один раз за свою жизнь донатил в игру. Ладно, в общем, покупаем набор роста. Ну, как сказать... Раненого донатера только поймет донатер. Ну да. Когда ты покупаешь души, ну я, да. Я уверен, что найдется люди, которые скажут, никто же тебя не заставляет, зачем ты тогда донатишь. Я доначу ради себя. Но бывает обидно, когда ты сливаешь деньги, чтобы достать конкретного персонажа, а в итоге его не получаешь. Давайте откроем еще 5 и... Скажу, что набор конкретно огонь, ребят, конкретно огонь. Алмазок очень много. Синдел у меня не было в коллекции. И Джакс Бриксов, вообще Круга Тени и так далее. И даже их достал со слиянием. Так, уничтожение Sony Blade. Неплохо. Неплохо. Кинши. Ясно. Мастер баланса Кинши. Четвертый набор. Ну, на вознесение. Господи, почему нету алмазки? Алмазка. С 5 наборов нету алмазки. Господи. Это плохо. Ну что ж, давайте откроем еще 5. Души, конечно, он тратится очень быстро и очень легко. Но вот их копить и собирать внутри игры, это очень тяжело, ребят. И бывает обидно, когда ты купишь души через часовые задания, играешь, и только их так быстро сливаешь, и в итоге вообще алмазку тебе не дают. Но если честно, с этого набора... Вау! Императрица. Меня с этого набора больше всего привлекает новая Sony Blade. Я думаю, не только меня, вообще многих. Но, как видите, ее достать непросто. Держимый Кенши.
С одной стороны, тоже хорошо, что золотые персонажи у меня почти все на продажу. И это означает то, что ДП души, то есть неплохо тоже. Итак, мастер баланса Кенши. Ясно. Синдал третьего слияния. Отлично. Итак, давайте откроем еще один. И получается, тогда у нас уже будет ровно 25. Я, конечно, не хочу наглеть, но если они добавили, допустим, 50 наборов, то бы я хотел у них попросить скидку на набор, то есть, чтобы добавили набор со скидкой, чтобы многие игроки могли себе позволить. Ну, это, конечно, их дело. И на это спасибо. Так. Я открыл набор воин-родителей 25 раз. И еще есть 25, и у меня сейчас души не хватит, если я буду всех открывать. Поэтому 25 оставлю у себя на аккаунте на будущее. Еще впереди у нас 13 дней. Возможно, еще будет у нас вторая часть. Так, где же Sonya Blade моя? Вот. Классический фильм Sonya Blade у меня стало первого слияния, ребят. В будущем, возможно, и вкачаем до 10-го слияния. Очень скоро, надеюсь. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем мира и добра. Всем до скорых встреч. Не забывайте, ребят, сегодня постараюсь запускать стрим. Увидимся на стриме. Всем пока-пока.